И к другим темам. В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом. Задать вопрос Владимиру Путину жители смогут 15 июня. Прямая трансляция начнется в полдень по московскому времени. В Челябинске это будет 2 часа дня. Владимир Путин ответит на вопросы россиян, касающиеся общественно-политической, социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Уже начал работу специальный колл-центр. Свои вопросы президенту можно отправить уже сейчас. Общий номер 8 800 200 ровно 4040. Звонок с мобильных и городских телефонов бесплатный. Отправить вопрос можно также посредством СМС или ММС сообщения на номер 04040. Правда, в этом случае объем сообщения должен быть не больше 70 знаков. Сообщение побольше можно оставить на сайте moskvaputinu.rf или в специальном мобильном приложении. Оно называется «Москва Путину». Обратиться к президенту также можно будет через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. Там вопрос может быть не только текстовым, но и в формате видео. Жители страны уже задали несколько сотен вопросов главе государства. В основном на социальную тему. Например, о возможном повышении пенсионного возраста, о состоянии городских дорог, об услугах ЖКХ и о проведении ЕГЭ. Есть жалобы и от обманутых дольщиков. Также много просьб поступило от граждан Украины о том, как им получить российское гражданство. Вопросы будут приниматься вплоть до конца прямой линии. Самые интересные и актуальные прозвучат в прямом эфире.